Некий очень ясный и прямой жизненный путь. Еще в школе Александр Лазарев решил, что он будет актером. И еще в выпускном классе он уже прошел отбор в школу-студию МХАТ. И, соответственно, после окончания обучения он в 60-м году он женился на Светлане Немоляевой. И это получился удивительно крепкий и действительно верный брак. В минувшем году актерская чета отметила золотую свадьбу. Точно так же больше 50 лет Александр Лазарев прослужил в одном театре имени Маяковского. Он никогда не менял это место работы, ну, отвлекаясь разве что только на фильмы. Сейчас сюда уже пришли коллеги и друзья Александра Лазарева. Мы видели Эльдара Рязанова, Инну Чурикову, Лию Ахиджакову. Они, актеры, продолжают подходить, пока попрощаться с Александром Лазаревым пускают только его коллег. Ну и буквально часом раньше завершилось отпевание актеров в церкви. Там тоже были только самые близкие. Похоронят Александра Лазарева сегодня на Троекуровском кладбище. Василий.